что там такое, Марк? По секрету. В конце видео я скажу вам наш промокод, который дает скидку на 10% на все товары в гипермаркете утконос.ру. Не только для животных, но и для себя, дома, детей и многое другое. Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмама Аня и мои собаки Софи и Эйвен. И сегодня у нас в гостях еще видишь корги-кардиган по имени Маня. И сегодня, как мы и обещали, наше видео будет снова посвящено покупкам для собак из зоомагазина «Утконос». Мы будем показывать, что же мы купили на 10 тысяч рублей. Была я как-то на сайте утконос.ру. Ну, кто не знает «Утконос»? И увидела, что у них, оказывается, есть зоомагазин. Пошла и обнаружила, что это не какой-нибудь мини-магазинчик, а там есть товары не только для собак, но и для кошек, грызунов, птиц, хорьков, рыб, рептилий и других животных. Но дальше больше. Я открыла раздел для собак и поняла, что там товаров не меньше, чем в каком-нибудь специальном интернет-магазине. Корма, консервы, лакомства, ветаптека – все для ухода и содержания собак. Отдельный и полный видеообзор интернет-зоомагазина «Утконос» смотрите скоро на нашем канале. Ну, в итоге я, как всегда, набрала разных товаров и заказала доставку. В общем, я сделала такой вывод, что ценовой диапазон на утконосе очень широк. Можно купить и миску за 1000 рублей, и домик за 3500, а можно найти миску за 30 рублей или лежаночку за 800. То есть любой пользователь может найти нам что-то по вкусу и по возможностям, ведь не у всех есть возможность потратить много денег на собаку, а кто-то привык покупать только дорогие вещи. В итоге у нас сегодня целых 3 места для собаки, о которых мы расскажем, и целый мешок лакомств и игрушек. Давайте распакуем товар. Софи с Эйвеном решили уже сразу пойти в домик. Ну что ж, поехали! Поехали! Пакет не упал. Начнем с самого большого и объемного. Вот такой вот лежак-трансформер от Titbit. Диаметр 80 сантиметров. В разложенном виде это 1 метр. Как он раскладывается, я покажу вам чуть позже. Для Софии Эйвена этот лежак, в принципе, нормальный, но все-таки большеват. Я вообще купила его в подарок нашим друзьям. Для собаки вельш-корги-кардиган. Вот такой вот лежачок для Манюни. Да. Первое, что мне понравилось, когда я еще увидела только картинку на сайте, еще не видела сам лежак, это цвет. Я обожаю вот это сочетание зеленого и оранжевого, именно вот такого вот кирпичного и нежного такого зеленого. Оно подходит, мне кажется, для любого интерьера. Второй момент, который я точно увидела уже по фотографии, это качество. Как он сшит, как он сделан. По нему даже по фотографии было видно, что он реально классный. У производителя я прочитала, что он сшит из высококачественной мебельной ткани. И это действительно заметно. Очень приятная фактура, она такая похожа немножко на бархат, замшу. Ткань явно крепкая, то есть если ее потянуть, она действительно очень такая плотная. А это значит, что лежак износоустойчивый. Несмотря на цену, это 2 с лишним тысячи рублей, мне кажется, что этот лежак может прослужить очень долго. Сам производитель пишет, что срок годности 8 лет. То есть по мне, может стоит один раз потратиться и купить лежанку за 2 с лишним тысячи, зато она прослужит вам очень долго, чем постоянно покупать какие-нибудь китайские товары, которые быстро убиваются, и в итоге вам приходится менять, и возможно вы потратите еще больше. Здесь у нас стеночки прошиты, это очень хорошо. Сам наполнитель не сбивается в какую-то кучу, а распределен равномерно. То же самое здесь на дне. Из вот этой вот небольшой, ну 80 сантиметров вот такой вот лежанки получается вот такой вот метр на метр получается цветок огромный. Если вам не очень нравится, вы можете положить его оранжевым цветом. Вот таким вот кирпичным красивым оранжевым. Вот такой большой получился лежак, да. И даже еще осталось место для второго кардигана. Отличная лежаночка, и для чихуашек тоже подойдет. Зря мама говорит, что нам велик. Уху. Эйвен, ну ты что прям как это? А кто, как этот Софи? Ну, не знаю, как какой-то... Как Супермен. Ой, ладно. Давайте развернем его и посмотрим, как он становится. У мамочки что происходит? Большой. Мам. Эйвен, ты же Супермен, что, лежанки боишься? Большая. Ой, мама. Мам. Ух ты. Ух ты, мам, как прикольно. Вот так вот. Маня поехала домой. Пока, Мань. Первый раз такое вижу, чудо. Да, я чудо. Пока. Пока, Манюня. Пока. Если вы хотите подробный и отдельный видеообзор на каждый из товаров, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Товар номер 2, который мы заказали на утконосе, это вот такой вот домик для Софи. Я поняла, что закончились все ее розовые девочкины штучки, игрушечки, домики и все. Поэтому я решила ее побаловать и заказать ей вот такой вот красивый домик. Причем Софи, она такой любитель где-нибудь залезть в какую-нибудь норку и оттуда наблюдать, поэтому я подумала, что ей очень понравится этот подарок. Ух ты, да, очень классно. Смотри, давно у меня не было ничего моего гламурного. А можно он будет только мой, а не Эйвена? Да. Про
Производство Россия. Меня это очень радует, что это не Китай, значит, качество гораздо выше. Называется эта модель Ампир, потому что у него вот такая вот оригинальная крыша и очень классный вот такой вот бантик. То есть вообще сам домик выглядит очень милым. Бантик. Мой бантик, только мой. Размер у него как раз для маленьких собачек или кошек, 45 на 40 на 45. То есть он как бы кубик. Кстати, производитель говорит, что он легко стирается в машинке. Это мы узнаем только после того, как мы его постираем. Еще один момент, который меня заинтересовал в этом товаре, это то, что у домика вот такая вот съемная крыша на молнии. А может быть, вы знаете, зачем домику снимать крышу, поэтому напишите в комментариях. Может быть, это как-то связано со стиркой. Получается отдельные части, вот такой вот сам домик и крыша. У самого домика очень прикольная расцветка, мне очень нравится такая классная клетка. Ткань, качество ткани очень тоже хорошее. Состав. Нейлоновые микроволоконные шерстяные ткани, внутри съемный матрасик из шерсти, наполнитель гипоаллергенное синтетическое волокно. Гипоаллергенное — это значит, что аллергии у собаки не будет. Вот он сам съемный матрасик, он легко достается из домика, выглядит вот так, можно использовать вообще как подушечку. У нее вот такие штуки, которые выходят из домика. Например, София обожает лежать половиной в домике, а частью на улице. Таким образом, ей это очень удобно дается, когда есть вот такая вот подушка, которая торчит как бы из самого домика. Достаточно большой, Эйвен и Софи туда помещаются вместе. Если собака покрупнее, думаю, подойдет для одной собаки. Также прекрасно подойдет для кошек, любителей попрятаться. Если лежачок, благодаря наполнителю, ткани и всему, он более тяжелый такой, но он и для больших собак, то домик этот очень легкий, вот его одной рукой просто легко удержать. Эйвен, может, ты впустишь меня домой? Не будешь сидеть прямо на входе своей попкой? Я не... Смотри, Эйвен, как я сейчас запрыгну в дом. Видел? Ты какая-то просто суперскоростная. Да, ага. Я даже сейчас невидимая практически. Ты видишь меня? Видишь меня? Видишь? Нет, не вижу. Вот видишь, я невидимка. Не вижу. Видишь? Эйвен, Софи. А, что? Перебирайтесь в домик. Вот домик соседей. Вот так. А теперь шикарная, просто офигенная лежаночка, кроватка. Производитель тот же самый, Россия, но на самом деле это вот тот самый пример, когда фотография все-таки получается чуть хуже, чем сам продукт. Когда я уже увидела фотографию, увидела вот этот вот приятный мех, я поняла, что он будет очень мягенький и нежный. А еще меня порадовала именно вот эта прошивка классная, как у такой вот реально такой королевской кровати. Когда я в жизни взяла эту лежанку в руки, я поняла, что она очень классная. Она довольно тяжелая, что говорит о том, что она не будет кататься, болтаться туда-сюда. У нее отдельная вот такая вот подушечка с очень мягким, приятным материалом. Она тоже двухсторонняя, то есть ее можно повернуть, и получается вот такая подушка. Вот такая вот очень классная, шикарная просто кроватка. Здесь нет никаких съемных чехлов, как и на домике, но я предполагаю, что он очень легко стирается в машинке. Мы это можем проверить специально для вас в отдельном видеообзоре. Если хотите, ставьте лайк, пишите в комментариях, мы сделаем отдельный видеообзор этой кроватки. Выглядит она очень мило, правда. Очень милая вещь. Кстати, размер 45-45 на 20 высоту. Бортики — это микроволоконная шерстяная ткань. Спинка из искусственного меха. Съемный матрасик из искусственного меха. А наполнитель — гипоаллергенное синтетическое волокно. Также на сайте есть другие расцветки, как и вот этих домиков, так и вот этих лежаночек. Так что не обязательно выбирать там розовый или ближе к фиолетовому. Там есть очень классные такие же коричневые, синие домики. В общем, смотрите сами и выбирайте. Я просто не могу нарадоваться. Мне очень нравится эта кроватка. Прям вообще, я бы сама в такой спала. Особенно мне нравятся вот эти вот бока, они очень плотные, такие тяжеленькие. И мне очень нравится вот эта вот прошивка на кроватке. Просто шикарный вариант. И нравится, что можно ее действительно переворачивать. Эйвен и Софи обожают валяться вдвоем именно на какой-нибудь кроватке или в домике обязательно вдвоем. Поэтому для них этот вариант просто супер. Так, королевское ложе тоже будет мое, потому что незачем Эйвену такое. Он даже спать в таком не умеет. Мое? Нет, Софи, я тоже буду тут спать. Ты одна королева, что ли? Да, Эйвен, надо быть королевом настоящим. Нормально. Ой, так мы как нищеброды какие-то лежим на коврике под столом как будто. Нет. Вот давай я тебе покажу, как надо по-королевски жить. Ну, и как, Софи? Вот так по-королевски. Да, Софи, это не по-королевски, это по-божески. Ну, ты попробуй. Сейчас. Ну, хотя, знаешь, мне кажется, что это не совсем мое. Все-таки я же мальчик. Что? Эйвен, какой ты мальчик? Ты мужик уже взрослый совсем. Чего, мама-мужик? Ладно. Вот так отличненько, да. Не хочу быть королем. Нет, пожалуй, я пойду. Пойду. Ой, да, иди. Не будет же королева тебя держать. Да, стряхни себе песок старости. Мне мама другую купит.
Дорого, бежит уже. Ну что ж, поехали дальше. В этой лежанке очень много товаров. Это игрушки и лакомства. Я удивилась, что когда я пошла в раздел лакомств на утконосе, там просто огромный выбор. Там реально есть лакомства для любых размеров собак, как от маленьких, так и для больших, так и сами по себе разные лакомства. Совершенно разные производители, разные лакомства по составу. Реально есть из чего выбрать. Я решила сделать так. Взять всех производителей и выбрать у каждого по какому-нибудь виду лакомств, чтобы сделать для вас более подробный видеообзор, который вы увидите на нашем канале. То есть я не акцентировалась специально на каких-то полезных, не читала особо составы, я просто взяла разные лакомства. Это фирма Bosch Fitness Snack. Вот такая вот большая достаточно коробка в форме косточки, очень милая, потом в ней можно хранить какие-нибудь другие лакомства. Здесь у нас вот такие вот лакомства-сердечки, мы потом дадим Софии Эйвену попробовать. Также я взяла вот такую косточку от фирмы Beef, это мясная косточка с говяжьим легким, мы тоже ее посмотрим. Здесь вот, например, на фирме Beef написано, что косточка содержит L-карнитин, очень полезный для собак. Так как производителей очень много, я старалась выбрать что-нибудь у всех. Я взяла вот такой вот Royal Canin, маленькую упаковку. Упаковочку с маленькими вкусняшками, больше похожими на вкусняшки для дрессировки. Low calories, то есть это значит пониженный состав калорий и витаминный комплекс в составе этих лакомств. Мы никогда не пробовали лакомство Dr. Alder, поэтому я решила, что мы возьмем обязательно попробуем. Это вот такой вот снэк из 20 полосочек, он сделан из рубца. Я хочу посмотреть, как София Эйвен на него отреагирует, и в том числе также использовать его в обзоре и сравнить по составу с другими лакомствами. Как я уже сказала, мы эти лакомства никогда не пробовали, и поэтому я взяла разные-разные марки и разные лакомства. Зубочистики, написано, что это натуральные лакомства для собак. Они укрепляют, чистят зубы, способствуют пищеварению, освежают дыхание. Вот и посмотрим, что это за такие лакомства. Выглядят они как вот такие вот бело-зеленые длинные палочки, цилиндры. Косточки 8 в одном, их здесь 6 штук. Я прекрасно знаю про теорию про белые кости, про вообще про белые лакомства. И мне было интересно взять это лакомство, чтобы почитать состав, чтобы посмотреть реально, что там входит в состав и как это все производится. Еще среди лакомств я взяла мясные колбаски печень Up. Написано, что это натуральный продукт, я пока не читала состав. Мы просто обязательно с Эйвеном и Софией его попробуем, мы расскажем вам про них все более подробно. Еще я взяла лакомство от Zoogourmand. Это натуральное сушеное мясо, вот в такой вот пластиковой упаковке. Производитель пишет, что они удаляют зубной налет, он без консервантов и всяких отбеливателей. Мы посмотрим, что это за лакомство. Еще на сайте Утконоса я нашла вот такую вот классную штуку, трава для собак. Натуральная, свежая и для питомцев полезная трава. Здоровье от природы, Happy Plant, вырасти меня. Вот мы хотим с Эйвеном и Софи посадить вот эту травку, потому что, как вы знаете, Эйвен и Софи обожают есть траву, и покажем, что у нас получилось. Ух ты, сколько лакомств, Софи. Да, выбирать, не перевыбирать. Очень много, мам. Сколько лакомств, да. Да, прям не знаем, что выбрать, попробовать. Все перепробуем, ну, да, Сан? Ну, может быть. Ну, ты же сама говорила, не все же. Сначала изучим полезности. Сколько запахов. Какой запахов. Да, уж только какой запахов. Какой тебе больше нравится по запаху, Софиш? Ой, я даже не знаю, а это, что это такое? Большой упаковки? Да вот нет, это? Просто везде так пахнет. Да не знаю, может еще быть, я мам. Может быть, вот нашел. Эти вот? А я буду выращивать траву. Так что смотрите на нашем канале скоро, я буду траву выращивать. Вот под эту. Эйвен, ты что, серьезно? Может, мама будет выращивать? Нет, я буду выращивать сам. Ладно, ладно, что, травовыращиватель. Может, мне тоже попробовать траву выращивать? Да нет, это не мое. Я пойду лучше лакомство подегустирую. Травовыращиватель. Да, Эйвен у нас любимый садовод. Смотрите его скоро на канале. Да. Ой, боже. Как лакомства, так и игрушки можно найти как дешевые, так и более дорогие. В том числе игрушки за 600 рублей и при этом какие-нибудь игрушки в пределах 100 рублей. Какие же игрушки выбрали мы? Я взяла вот такую вот курицу. У всех собак есть курица. Мы решили выбрать тоже нам вот такую вот курочку для Эйвена и Софии посмотреть, понравится ли им эта игрушка или нет. Небольшая, потому что у нас все-таки чихуахуа. Также я в подарок своим друзьям взяла вот такой вот классный мячик. Прочные хлопковые канатики и хлопчатобумажные ленточки, они соединены вот такой вот мяч. Он очень яркий, цветной, очень интересный, забавный. И мне кажется, им будет очень интересно играть со своей собакой в какие-нибудь перетягивалки, ну и вообще поддерживать контакт. Я думаю, что собаке такая игрушка очень понравится. Я всегда мечтала о вот такой вот косточке для Эйвена и Софи. Фишка этой косточки в том, что она хрустит. Она из очень мягкой экологичной резины. Здесь вот такие дырочки, а внутри вот такая штука, которая издает вот такой вот классный хрустящий звук. Я думаю, любой собаке это понравится, потому что это вызывает какой-то интерес, что же там такое хрустит. Если эта игрушка, она все-таки для поддержания контакта, для бросания, кидания и перетягивания,
то вот эта игрушка, она для десен и зубов, для того, чтобы собака укрепляла свою челюсть. Я взяла вот такую другую косточку. Во-первых, это тренировка жевательных мышц, массаж десен, что способствует убиванию налета и здоровью полости рта. Это для собак мелких пород. А во-вторых, это реально неубиваемая вещь, которая прослужит очень долго. Сам материал, качество исполнения, вы еще увидите через какие-нибудь несколько лет наших видео вот эту косточку. Ну, единственное, что может быть вот эти тряпочки пообдерутся, пооборвутся, но косточка останется цела и будет служить еще очень долго. Попробуем! Тоже из этой серии, в духе этой косточки, вот такая вот игрушка-гантелька. Я считаю, что она тоже очень качественная, очень классная. Фишка в том, что она вот так вот гнется. Косточка тоже гнется, но у нее другая форма, и она немножко предназначена для других вещей. Вот эта гантелька, она прекрасно подойдет, чтобы ее кидать. Если вы обратите внимание, то косточка все-таки плоская. И если ее кинуть, то она просто вот так вот плашмя упадет, и все. А вот эта вот гантелька как раз для того, чтобы ее можно было классно кидать. Здесь у нее специальное вот такое углубление, то есть Эйвен и Софи могут ее удобно хватать и нести. То есть это больше для портирования, плюс здесь вот такая вот милая веревочка-канатик. Ну и еще из игрушек мы взяли вот такое простое мягкое колечко, его удобно носить, кидать, оно очень-очень-очень легкое. И самое интересное в этой игрушке это о том, что вот в этих вот лучиках этого солнышка, в некоторых из них положен такой материал, который издает вот такой вот тоже хрустящий звук. Видите, здесь нету, а здесь есть, что тоже заинтересует собаку. И просто жевать, и Софи и Эйвен любят мягкие игрушки, а из этого набора здесь ничего мягкого нет. Ух ты, сколько игрушек, Софи. Вот эта косточка хрустелка. Ага, что еще тут есть? Софи, какая там курица. Ух ты. О, ты ее распаковала? Ну дай, мам, курицу мне, дай, мам. Ну, мам, курицу дай. Все, моя курица, она будет спать с нами вот здесь, в королевской кровати. Мама опять ее зачем-то сюда положила, надо ее забрать. Софи, жена для съемок, потом поиграем. Ну ладно, ага, сейчас я тебя спасу. Софиш, ну она нужна для съемок, давай поможем. Давай попозже ее мы снимем. Да, попозже. Мам, ну зачем ты опять ее положила? Давай я спасу тебя, курочка. Для съемок. Давай. Ну давай, иди сюда. Ой, что это, косточка? А, косточка, давай курочку сюда положим. Кстати, до 31 августа вы можете получить скидку 10%, использовав на сайте утконос.ру наш промокод Аня Мама. Он написан на экране, а также я его оставлю в описании к видео, где будет ссылка на сайт. Этот промокод работает не только на товары для собак, но и на все товары на сайте утконос.ру. Так что идите по ссылке в описании к этому видео и используйте эту скидку для себя и для своих собак. Ставьте лайк и пишите в комментариях, про что вы хотите скорее полный обзор, про лакомство или про игрушки. Заботьтесь о своих собаках, и будет вам счастье! Я король, пытаюсь стать королем. Эйвен, у тебя получается. Да, я король. София, принеси-ка мне корону. Че? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.